Хочу сказать, что все удалось. 9 дней вот ребята боксируют, сегодня 9 день, видно, что уже подустали. Сейчас вот самые такие бои ответственные. Ну и видно, что они уже все силы из себя выжимают. Бой был довольно сложный, финальный. Вот. Мальчик был из Липецка. Давно знаком с ним. Вот. Встречались на сборах. Так, знаю, как он работает. Вот. Но все равно бой был сложный. Здесь же отбирается у нас национальная сборная команда, и мы видим потрясающий бокс. Почему я еще радуюсь? Прекрасно организованы соревнования, раз, а то, что какой качество и уровень бокса. То есть это показатель, как федерация уже работает в последние годы. То есть это те, которые с подрастающего поколения, те уже так из новых, которые мы, значит, что-то все правильно делаем. То есть это наводит на правильные мысли, что делается в регионах правильная работа. Выцелить, ударить. В принципе, все. Я рассчитывал на более длинный бой, потому что соперник сильный, вот, соперник упорный, идет вперед. Тактика была работать первым номером и проводить атаки через живот на голову, работать на двух атаках по корму. Ну, я ни разу не выигрывал, наверное, это была мотивация.